Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Steam World Heist. Да, конечно, смотрел футбол только что. Дотянули наш до дополнительного времени. Еще и просрали. Время убил. Ничего, будет играть уже не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Так, буровая установка, да? А, называется все в безопасности. Так, уничтожить генераторы, опустошите хранилище, эвакуируйтесь. Этот внушительный корабль везет техноманту. Украденное добро. Он хорошо защищен бронированными рубаками. Но мы все равно его ограбим. Ну давай. Бронированные рубаки, говоришь? Тогда я возьму против них нашего чувачка с гранатометом. Дам ему дополнительный выстрел. Хотя что еще можно дать? Броньку? Ну, бронька ему не нужна. Ну, так нормально вроде. Так, а это фронтир, а это кузнец. Две атаки. Не знаю даже. Ну ладно, пусть будет этот пока. Запуск. Даже не знаю, открывать. Так. Ага. Это какой-то новенький. Это новенький. Так, надо подумать. Если стрелять, сможем попасть. А, это надо как-то... Даже не знаю как. Если как-то так... Не достанем этого гаденыша. Надо где-то спрятаться пока что. Стрелок этот может сверху нас забить. Так, а ты морячок? А ты сможешь. Пушкой достать его. Вот так вот.
Мы пока присядем тут. Так, а Пайпер. Пока присядет вот тут. Так, где наш гранатометчик? Думаю, тебе вот тут самое место. Отлично. Так. Пайпер. А ты можешь попасть в этого гада? Это не особо, я вижу, да? Так, а моряк? Моряку не мешало бы где-то спрятаться. Так, Пайпер тут, допустим. О, есть. Отлично. Так, морячок, морячок, куда тебе? Куда тебя спрятать? Даже не знаю. Пока, наверное, вот так вот. О, ремонт. А ну, моряк. Хорошо, так зарядили. Так, Пайпер. Мы можем встать вот тут. Попытаться его расстрелять в упор. Так, а вот этот чувачок сверху может пальнуть. Типа так. Так, ну давай откроем. Ага, нельзя открыть, да? А, этого задело. Его же гранатомет. Надо тут открыть. Так, иди-ка сюда. Так, откроем, посмотрим, что тут. Ух ты, ё, какие друзья. Если мы спрячемся за этим, он спрячется и стрельнет нас в упор. Так, а если ты будешь стрелять? Тихо, 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 тихо. Что-то похожее на правду. Вот так вот.
Так, вот этот чувачок открывает дверь. Забирает эту штучку и отбивает вот сюда. Если он стрельнет, то оно нехорошо сработает. Так, тут мы не добежим, да? Ну, там еще один есть. Хрен. Внизу. Неплохо так. Так. Моряк, пресса. Сейчас буду стрелять вот сюда. Отлично. Так, а тут мы забежим вот сюда. Конечно, не самая лучшая идея, но как есть. Так, вот этот чувак. Нет, вот этот Иванский. Пусть выводит из строя эту штуку. Так, а тут мы будем стараться. Ох ты ж, еще один боец. Ох ты, блин. Попал. Так, мы пока отойдем вот сюда и попробуем как-то стрельнуть вот так вот. Блин. Так, что стрелять вниз, выводить вот этого из боя чувачка, то что внизу. Так, Иванский, ну, ты нам нужен, даже очень. А, вот так. Хорошо. Нет, Иванский нужен. Вперед. Давай попробуем стрельнуть. Не получилось так. Еще подкрепление. Тут ремонт. Так, морячок, встань-ка вот тут и стрельни вот сюда.
Неплохо. Так, делаем два выстрела. Этого говнюха. Ух ты ж. Ты стрельнул. Классно. Блин, достал своего. Так, надо оббежать, попробовать противника. Так. Добавляют. Ну и что? Ага. Хорошо. Тогда я попробую от С2 застрелить у того гада, что внизу. Так, этот чувачок пусть бежит сюда. Иванский. Встаешь сюда. Вот так вот. Сразу. Так, моряк вниз. И выводим из строя этого гада. Так, Пайпер. Иванский. Сюда. Да блин. Не хотят эти гаденыши с первого раза умирать. Ну то сдохнет так. Так. Ты, дружище, бежишь сюда. Пайпер возьмет это. Наверное, ремонт. Так. Если стрелять в этого гада. Так, Иванский не добежит. Да, просто не добежит. Тогда снести этого гаденыша. Да блин, что за нафиг. Думал снести, и нифига.
Ух ты, блин. Какой подарочек мне. Я этого сразу так не замочу, у него 14. Надо сматываться вверх. Надо Ивански, чтобы отработал немножко. Так, байкер, спрячься сюда. Отработаем сейчас вот этого вурдалаку. Так, ты вставай пока сюда. Сейчас посмотрим. Может получится. Отлично. Так, моряк. Пайпер. Давай-ка, может, там немножко бошку снесем. Так, морячок. Думаю, можно вот тут встать, спокойно его застрелить. Так, Ивански. Так, ты собирай. Собирай. Так, Пайпер. Постараемся. Не, может, Ивански. Пусть он стрельнет немножко. Вот так вот. Пайпер пусть продвигается к этой штуке. Так, морячок. Набираешь и уходим. Эвакуация сюда, да? Ясно, убегаем. Такая непростая миссия. О, уже подкрепления еще идут. Так, а ты бежи. Вот так вот. Так. Морячок. Сюда. Ивански. Сюда. Наверх побежал этот ниндзя. Стрельнуть, что ли? Вот туда. Уходим. Добыча такая не маленькая уже. По сотке там с чем-то. Это что такое? О, тунные очки.
Лишняя пара глаз может спасти вам жизнь в отчаянной перестрелке, повышая шанс критического попадания при выстрелах в голову на 50%. Неплохо. А тут что? Сообщение о бедствии с координатами неизвестного вам места, о серьезности случившегося, и сообщение неясно, зато ясно, что кому-то нужна помощь. И все? Так, что за способность? Увеличивает уровень здоровья этого персонажа на 2 единицы. Ох ты, это он вообще бессмертный скоро будет. Так, что там? Крупняк. Это что такое? А, это запутавшийся грузовоз. Ну, давай посмотрим, что там. Ну, что-то интересное. Тут ничего. А можно нанять? Все нормально, нам сюда привело сообщение о бедствии. Я доставляла взрывчатку шахтерам, и тут напали железяки. Я отбилась минометным огнем, но они стащили большую часть груза. Эксперт по взрывному делу нам был бы очень кстати, с радостью примем тебя в свои ряды. Да я бы от боя не отказалась, вам воевать не привыкать, это сразу видно. Стоимость бесплатна. Бах-бах, дозорный. Солдат без армии. Наверное, крупнокалиберное тоже оружие. Ну хорошо, команда пополнилась. Так, туда отправляемся дальше. Так. Тик-так. Это что такое? На борту этой кучи хлама железки везут огромный контейнер с украденными водными налогами. Отличный шанс для опытной команды, чтобы набрать себе галлонов. Оставьте, когда удовлетворены. Что это значит? Не обязательно соберите всю добычу. Так, кого брать? Давай-ка поменяем снаряжение, Пайпер. Я вот думаю, может ей очки дать лучше. Шанс крита. Плюс 50%. А бомбочку дать. Вот этому. Чуваку. Ну я не знаю, может взять здоровье 7, здоровье 10. Что за способности? Так, пистолет, крупнокалиберное оружие. Это концентрация. Так, если не передвигался, то он носит дополнительную единицу урона. Здоровье. Так. Ага, на единицу уже поднято, да? Думаю, может снайпера взять. Или взять пока вот эту подругу. Что у нее? Ну, оружие 3-4. Стандартное, да? Калибр. Вот и 5-6.
есть пистолет-кузнец. Хотя... Вот крупнокалиберная вот эта штука неплохая, в принципе. Давайте возьмем гранатку и... Так, тут 7, тут 10, тут 7 здоровья, да? Хорошо. Тут слабоватый вот этот пистолет. Ну, блин. А, вот, вот эта штука. Стрельба очередями. Вот урон 4. Тут нельзя передвигаться. Возьмем вот эту пушку. То уже слабовато как-то. Противники помощнее пошли. Секунду. У всех все есть. Да, я вдохновением не очень часто пользуюсь. Сейчас посмотрим. Я уже открыл дверь в спасательную капсулу. Она будет открыта. Так что идите, насколько хватит дух. Только помните, что обратный путь может тоже быть опасным. Да и добычи побольше соберите. Так, и что тут? Большой кораблик. Не маленький, честно говоря. Так, а ну, морячок, что там внизу? Вот там чувачок, который хочет, чтобы я его пристрелил. Хорошо, мы станем пока тут. Там еще такие персонажи, да? Никто не стреляет из них. Могу я куда-то стрельнуть? Тогда имеет смысл стать пока тут. Это куда может дойти? Ну, допустим, сюда. Так, Пайпер станет тут. Мы вдохновим нашу подругу. Так, и куда ты можешь стрельнуть? Ты можешь стрельнуть вниз, да? Вот так вот, как-то. Нормально? Так, морячок. Сейчас, секунду, мы сейчас вот тут бомбанем. Нормально. Так, а Пайпер? Сможет его в дыньку ему попасть? Отлично. Хорошее оружие взял. Так. Давай-ка я заберу и пристрелю тебя. Так, эта подруга пусть двигается сюда.
Пайпер сдвинется. Раз, два. Так. Ну что, снимем? Ну, неплохо стрельнули. Так, тут эти далеко, они так не добежат. Я пока не буду сюда прятаться, потому что меня может достать. За дверью меня не достанут. Так. Если я стану возле Пайпер, то да, высоко буду, но я могу стрельнуть как-то так. Тут жду подкрепление. Там еще кто-то бежит. Так, давай, подруга. Отлично. Ха. Маречка, тут непростая ситуация. Он может спрятаться где-то тут аж. Достали. Отлично. Моряк. Дружбан. Даже не знаю, как его. А если я попробую отсюда вас стрельнуть? Как-то так. Блин, моряка задел, да? Ух ты, ё! Ты, моряк, убивай уже. Сюда. Так, Пайпер. Отлично. Так, забираем вот это. Так, посмотрим, что тут.
А, блин, задел себя. Мне кажется, что мы сейчас будем уходить. Так, ждем. Уже серьезно. Так, моряк, будешь стрелять через меня? Вот сюда. Так, Пайпер. Так. А, граната долетит туда. Так, а если я... Хреново немножко местечко тут. Хотя бы какая-то защита, конечно. Скачивается слишком сильно. Одного сняли, да? Еще одна турель. Хорошо стреляет. Ух ты, ё. Снесли все укрытия. Ой. Вниз можем дострелить? Как-то так. Еще один чувак. Не попали.
Проблема. Доставать вот тут. Пайпер встает вот тут. Вдохновляет его. И он бьет вот этого гаденыша. Вот так вот. Так. А Пайпер стреляет вот эту турель. Так, морячок. Так вот. Забираем вот эту добычу. Вроде бы уже все, конец. Так, Пайпер. Продвигайся. Так, моряк. Забрать добычу. Пока. Сейчас посмотрим. Пойдем пока сюда. И Пайпер пойдет сюда. Моряк пока спустится сюда. Опять. Так, ты можешь его снести с одного выстрела? Уже плохо. Сколько их? Двое всего лишь, да? Сейчас, может, Пайпер стрельнет. Так, моряк, выдвигайся. Сюда. Теперь даже не знаю, не знаю. Как? Вот так вот. Нормально. Ух ты ж, их сразу двое. Турель. Так, моряк. Бежи аж вот сюда. Надо подумать. Можно вот этих жахнуть, сколько урона там их. Сразу двоих. Пайпер типа перевести сюда.
А эту подругу. Ну, блин. Все-таки один остался. Ох ты ж. В ноги уже стрелять, да? Так, моряк. Слишком долго плавал. Посмотрим, что тут. Так, Пайпер. Ты своим эффективным выстрелом можешь достать того гаденыша? Займем эту позицию. И постараемся его застрелить. Хотя можно и обычным выстрелом. А тут подремонтируемся. Так, что там моряк скажет нам? Ага, он скажет, что тут надо кое-кого убить. Так, Пайпер. Мы станем поближе. Пайпер сделает свой коронный выстрел. Так. Ты, подруга, бежи уже сюда. Так, моряк, забирай. Занимаем позицию тут. Пайпер. Позицию тут. Надеюсь, моряка не убьют. Ух ты, ё. Ух ты, ёшкин кот. Как-то так. Морячок. Хорошо. Так. Подруга сюда. Ты, блин. Моряк, добежишь? Добежишь вот сюда. Только я, блин, этих ребят не сниму. Надо уходить. Кто-то подруга уходит. Пайпер. Пайпер, Пайпер. Даже не знаю, куда ей уходить. Задачка, блин. Они троечку наносят урон. Можно вот тут спрятаться и помочь моряку. Пока что. Вот тут вот. Они, в принципе, по идее, не должны достать. Так. А ты, подруга, отсюда можешь их чуть-чуть того
вот этого хотя бы. Перелет. Так, моряк. Пайпер. Еще трое. Совсем укрытий нет. Так, Пайпер. Моряк, куда ты можешь убежать? Ты недалеко, ты можешь убежать, блядь. Достанут тебе. Я даже не знаю. Можно сесть вот тут. Блин, нас просто расстреляют тут. Просто расстреляют. Так, ладно. Пытаемся тогда вот так. Что еще остается делать? Встаем вот тут. Так, моряк. Обездвижить попробует противника. Хоть одного. Убили. Ничего, морячок. Так, ты, подруга, отступай. Можно добраться до зоны высадки. Конечно, штраф получим. Отсюда и надо убегать. Пожертвовали Пайпер, но что делать? Так. Так, моряк. Давай. Что там еще? Подкрепление. Еще четверо. Давай, моряк. На скорость зашибись. Так, есть, добежали. Еще двоих, да-да, добавили.
Да. Как-то 8 штук. Против нас это многовато уже. Так. Идем сюда. Встаем тут. Да. Конечно, 100% добычи забрали, но... Неприятно, первая смерть. Ближний бой плюс 2. Интересно. Зеленый сон, летняя трава. Отличный плащ для весенних прогулок и записи альбома в холодном гараже. Зачем он мне? Ячейку еще дают мне одну. Разобранные роботы не будут получать очков опыта. Зарабатываемая репутация будет снижена. Части для Пайпер будут заново собраны на корабле. Угу. Потери. Так, что за способность? Добавляет действие 2 выстрела подряд из выбранного оружия. Вот, отлично. Потом что? Добавляет действие. Запуск мощной ракеты наносит до 10 единиц урона по области. Хм. Хорошая такая способность. Так, Пайпер уже собрали. Что там дальше? Это какая-то... Какой-то магазин, да? Сейчас посмотрим, может там что-то есть интересное. Так... Меховая кепка. Это неплохо, но еще зачем эти кепки мне? Так нормально. Какой-то ненужный магазин. Так, потом надо будет тут разобраться и добраться до босса. Ну ладно, продолжим уже в следующей серии. И пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И всем пока.